Итак, всем привет. Сегодня у нас 23 октября 2022 года. Ну вот, в принципе, опята, то есть жарю вот. Тут вот рядовочка, опята. Вот собираю сейчас яблочки. Вот сколько уже набрал. Вот уже сколько грибов. Тут, наверное, ведер. 4 ведра, короче. Дрова запас вот на зиму. Грибов очень много, очень. Так. Вот цветочки такие. А, кстати, вот арбузы еще у меня. Сколько пропадает арбузов. Ох, сколько их. Вон сколько. Сколько раздавал, сколько дарил, сколько он портится, пропадает. О, сколько добра. Семена собрал, естественно, с них. Вот сколько арбузов. Целая бахча, как на йоге. Так, сегодня у нас по заданию убрать капусту. Воды надо запасти побольше. Виноградник надо обрезать. Лиственницы вот какие красивые. Уже осыпается. Чеснок вот посадил. Все, то есть, лето прошло. Это вот брюссельская капуста. Табак весь убрал. Все убрано. Это вот репа здесь. Ну, ее бложка поела. Ну, вот есть мелкая такая. Можно тоже собрать-то. На салат. Я знаю, да. Вот капусту осталось убрать. Вон какие кочаны наросли. Он даже лопнул. Ай? Ну да, да, да. Сейчас я грибов все наберу, пару ведер. Так, что у нас по брюссельской? Брюссельскую готовил вообще отличный. Вообще деликатес. Ну не крупные, но есть, есть. Вон какие кочанчики. Тоже надо убирать уже. Все. Заморозок был уже. Минус 5 даже. Там краснокочанная вот капуста. Вот краснокочанная тоже лопается. Вот выкорчевывать начал, то есть табак. Тут вот махорка была. Вон какие, по 3 метра. Вот блевиски, то есть черный, блян блэк. Вон какие кустуши. Вон семян сколько полно. Ну, с блевиску я успел в этом году семена, то есть, взять. Так что будет. Вон петрушка, пожалуйста, еще зеленая. Даже вон помидоры, вон. Черри вот. Вон прям красные прям. Полно всего в этом году. Пастернак вот, кстати, тоже надо убрать. Всего полно. Ну, все тут, что тут, ничего не осталось уже. Кукурузу варил, естественно, деликатес. Сейчас покажу грибы вам. Прям далеко не надо в лес ходить. Да тут, в принципе, везде лес. Морковь убрана, свекла убрана. Вот здесь вот арбуза, бахча была, то есть все. То есть была вот под арбузы. Вон лежит, вон какой. Вон, глядите. О, красота какая, да, никому еще не надо. Тут прям а-ля Астрахань была. Вон сколько валяется. Сколько попортилось. Картошку вырыл. Постепенно рыл. Вон сколько капусты. Полно. Ну какие хорошие кочаны. Вот надо убрать. Это вот черешня у меня привитая на вишню. Вот прививал года два назад. Вот уже плодовый, то есть эти почки уже будет на будущий год. Опять очень много, прям куда ни ступни. Яблок волну. Полно валяется, девать некуда. Вот опенок, вот глядите, вот опенок. Вот, вот уже где старые, молодые есть. О, сколько. Только собираю. Здесь вот сколько. Вот сколько опят. Только собираю, суши на русской печке. Последние дары природы. Вон какие приросли уже здоровые. Ай-яй. Ну тут перегнозди, земля плодородная. Листва от клена, то есть, опадает. Опад хороший, перегной.
органика. То есть везде опята. Но рядовки что-то не больно много попадается. В основном клен яснелистный, астролистный. Ну, весной здесь сок прям, соком будет очень много, только собирай. Вот, знаете, дрова лежат, надо убрать. Тоже вон опята, опята везде. Он такой переросший уже. А вкусный гриб, деликатес просто. Некоторые не знают, думают, поганки, но это просто вещь. Сейчас вот еще наберу. Вон какой опад, мульча какая. Они прям кучами. Их все плохо видно, листьями завалило. Туда же и палкой не надо шурудить. То есть и так можно набрать полно. 5 минут и целое ведро. Да еще мелких полно лезет. Вообще незаметно их. Вот. Растет. Он прям маленький. Он прям маленький. Вот. Вообще банка стоит здесь, я сок собирал. Да, урожайный год, богатый. Да вон полно, сейчас буду чикать их, косить. Вот такие дела вот. Что всех, с завершением сезона 2022. Хочу запас успел собрать. Зима все съест, как говорится. Зима у нас длинная в средней полосе. Топечку надо топить. До мая, даже в мае топишь. Апрель ты точно будешь топить. Вон какие большие переростки. Тоже можно жарить. Вон какие красавцы. На той стороне тоже очень много. Вот прям дом рядом, то есть все под ногами, все под руками. Ничего покупать не надо. Вот сколько яблок валяется. Натуральные яблоки, ничем не обработаны. Это же просто супер. Глядите, ребята, сколько добра пропадает. Ай-яй, да? Есть сладкий сорта, штрефель, звездочка. Ну, в основном по арбузам угораю, подыдем. Либо очень сладкие сорта яблок ем. Эти кисловатые для меня. Ну, вот это нормальный штрефель. Это вот антоновка. Хорошо ее в квашеную капусту добавлять. Да, она сама по себе полезная. Как раз ее себя прихватила в заморском. Вон, глядите. Это же просто, да, жесть. Фу. Вот, медвежий орех, лещина. Грецкие орехи, то есть листья уже все, облетели. Вот грецкий. Вот это вот 4-й год грецкому. Все вот заморскому прихватило. Вот это вот не успеет одревеснеть, вымерзнет верхушка. Во сколько йода прям. Растираешь прям листья грецкого ореха. Ой, аромат-то какой стоит, а я. Юглон вещество. За 4 года. Вот. Вот такой вот красавец. С Беларуси. Анатолий Орлов мне сам орех, семечко прислал, то есть. Тут, по-моему, всяких деревьев растет. Тут покупала. Айва вот и семечко. Вот, калина вот какая. Калина вот, красавица. Как раз она сейчас самое то. Только трудись, наяривай, земли полно. Вон кроты нарыли. Теплица, что у нас? Вон черри, вон висят, красненькие прям. О, а сладкие какие, прям карамель. Ай-яй. Деликатес. Помидорка. Ну же он портится. Просто мед.
Вот виноград обрезать буду. Вон какая лиственница золотая. Можжевельники. И вот какая пирамидальная. Абрикос. Абрикос. О, какое золото. Это семян выращивал можжевельники. Вот какие сеянцы. Когда они? В 2015 году зашли из семян. Пушистый. Шиповник. Топинамбур, пожалуйста, можно выкапывать. Спаржа, вот, уже все. В букеты. Самый то. Малиновый лист, пожалуйста, можно заваривать. Вот грецкий орех. Тоже листья сбросил. Ну, в юном его. Это вот двухлетка. Это с Белгородской области, то есть семенной фонд. Вот за 2 года. Ну ничего, так одревеснел. Ну, вот верхушка тоже не успела. Миндаль вот. Миндаль растет, но он вымерзнет, естественно, вот так. До снега, то есть нормально, а после уже, то есть вымерзает. Не успевает одревесневать. Айва, лох вот, серебристый. Пекан орех. За 4 года по колено охренеть. Вот сосенка какая, прищипываю, пеницировку делаю. Вот орех вот болел, то есть крепковый был, и вот пошел с корня. Опять по новой. Маньчжурский уже, то есть листву сбросил. Все, вот такой вот скелет у него. Вот за 4 года вот. Вот такой ствол вот, из ореха выращивал. В 19 году посадил орехом прям. Орех наклюнулся и прям сразу на постоянное место. Это вот ветром оторвало ветку здесь. Ну уже все, зарубцевалось, то есть заживает. Вот маньчжурский, он да, успевает у нас одревеснять. Вот такой маньчжурик. Пойдет 5-й год ему. А его еще листу не сбросила. Еще сезон, думаю, надо завершить, снять как-то это видео-то. Глядичи его тоже уже. Облетает все. Вон колючки какие углядящие. Каштан конский. Вон какая красота, да, опад какой. Классно. Свиристели прилетели. Вон на тополе сидят. Заливаются свирелью. Бархат амурский тоже листву сбросил. В зимовку пошел. Все, все уходит в спячку. В зиму. Тоже вот грецкий. Тоже в спячку ушел. Такая красота вот. Классно, да? Прям листья, прям опад каштановый. Еще не цвел ни разу, а 10 лет ему. Катальпа вот, катальпа. Это орех серый вот. Тут он что-то плохо у меня растет. Сзади вот маяки. Серый орех. Здесь цветы были. Было красиво. Тоже вот орех. Это серый или маньчжурик. Ну, в принципе, они похожи. Вот за 4 года вот такой скелет сформировался. Березка белая, классно, да? Красиво. Туя хвостом, заморском прибила. Сумки пока не краснеют. Пока никак. Может, попозже будут. О, можжевельник вечно зеленый, наш северный кипарис. О, сумах. Ну, уже окрашиваются так, как радуга, такие цвета радужные. О, айлан тоже, он сбросил листву уже. Тоже, наверное, не успеет. Вот древесник. Дубы тоже, вот все, листва полетела. Вот орех черный. Вот тоже орех маньчжурик. Тоже вот за 4 года вот результат. Ну, по пояс. Здесь земля победнее в этом месте. Вот тоже орех, тоже по пояс. Все, в спячку ушел. А были красивые, как пальмы. Вот каштан тоже конский. Все, вот, сбрасывает листву. Акация розовая, рабиней клейкой тоже. Вон какие иголки. Вон какие. Караган уже все, сбросил листву. О, айлан. Вон какой гладкий, классный. Южное дерево в Краснодарском крае растет. О, резина жженая пахнет. Заморском не успеет одревеснеть. Вымерзнет, наверное, прирост. Опять. Вон он, все.
отлетает. Вот, хлоп-хлоп. Все. Вон в сумах побегал, сколько дал. Вот такая радуга, композиция. Елочка. Сейчас я доснимаю, Серег. Завершу сезон 2022. Дубок, дубок, дубок. Сосенки. Все, лето пролили лето. Все, пусто делается, голое. Я люблю лето, конечно. Нахрен мне эта зима нужна, холодище. Жили бы южнее бы. Вон какая лиственница высокая. Сертис, сертис, сертис тоже вот. Одревеснел вот. За 4 года всего вот. По колено. Медленно растет. О, пальма какая. И семечко выращивал. Листья, видите, какие экзотические. Но она не с айландом похожа. Вот за 4 года. Вот тоже откопать надо будет весной. Отсадить. Поросль пошла. Вот такая прелесть. Ну что-то ищи, пока не краснеет. Ну цвета такие, конечно, интересные. Вот прям золото, да? Красота какая. Так что так у нас в средней полосе обстоят дела. Вот такой можжевельник. Это с мягкой хвоей, чешуйчатый. Петрушка, пожалуйста. Можжевельник. Туя. О, какой. Можжевельник стелющейся формы. Виноградник вот буду обрезать. Ну вот, одревеснел, то есть все. Сейчас листву сбросит. Обрежу, то есть уложу на землю. Так что вот так вот, ребят. Ну ладно, что. Всем до скорых встреч. До свидания, пока. Всем там привет большой. Здоровья, счастья. Пишите там. Свое снимайте что-то. Делитесь опытом. Показывайте, какие у вас там результаты. Какие климатические условия. Ну ладно, давайте. Пока всем.